Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный код Дремот. Бабян, ты чё за цирк устроил? Ты чё как девчонка разговариваешь? Давай нормально общайся, а? Да я не девчонка, специально его сюда заманил, чтобы чуть-чуть подманить его. Кошмарного ребенка Кэтнэпа заманил сюда? Эй, вы что, мальчики что ли? Папа, и теперь ты папа. Папа вон у тебя, вон она, я мама. Папа, я хочу кушать. Я маленький Кэтнэп, кошмарный. Я хочу человека. Да не ори ты, тише будь, человека! А что ты хочешь, чтобы мы с ним делали, бабян, а? Че, я тебя вообще не понимаю, нарёл, успокоил, блин, я не слышу тебя. Да блин! Да выруби его нафиг уже, как вырубить его, подожди! Слушай, давай его накроем, у нас там все равно люди в подвале, а то он заколебет, орёт, покоя не даёт. Да, давай, давай. Спасибо, так бы сразу накормили меня, а то что-то придумали. Так, где там у вас люди, в подвале? А что они у вас там делают? О, толстые, вкусные! Вкусика! Слушай, он какой-то вообще лютый, не? Ну, есть такое, да, как бы он нас сейчас сам не съел. Я это... Слушайте... Чего, наелся? Не, я... Почему-то я начинаю расти. В смысле расти? Почему уже? Я не знаю, а я расту. Лёма, только не здесь, на улице иди расти, не здесь, блин! Слушайте, кажется, это... Эволюция! Эволюция? Да! Так быстро? Я... Расту! Он растет. Офигеть, смотри, бабян, он так быстро эволюционировал, буквально 3 людей сожрал. Да, реально, слушай, что, давай сделаем эволюцию. А давай в натуре, посмотрим, насколько он сможет вырасти, насколько он сможет эволюционировать. Во, да. Это правильно, давайте сделаем мою эволюцию, посмотрим, как я вырасту, я хочу стать мега-кошмарным титаном Кэтнэпом. Слышь, как заговорил? Как будто человек нормальный, а тут там мяукал, чё непонятно это? Было. Я эволюционировал, и нормальный голос у меня вернулся, стал. Теперь я взрослый. Слушайте, вы, училки мисс Делайт, где мне еще людей найти? Давайте поищем, сделаем настоящую эволюцию кошмарного титана Кэтнэпа. Механическим хочу стать, мега-огромным. Слушай, ну это нам в город нужно идти, людей искать, да побольше. А я чувствую, что люди где-то рядом есть. В смысле, где нас еще рассекретили, что ли? Ой, смотри, перевернулись. А, нафиг. Там, кажется, ДТП было, авария. Вот люди вышли, а вот моя первая еда уже давай, нормальная, давай. Человеческая. Ну сюда, всем. Да, нафиг. Сюда. Три беды, вот дорого-то, что за дорого-то так долго тыкать, нэп? Ага, очень много. Ну что, училки, мисс Делайт?
Теперь вы отвечаете за меня. Вы меня, это, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Вы меня приручили. Поэтому пойдемте со мной в город искать людей и делать эволюцию кошмарного серого титана Кэтнэпа. Ну, пошли посмотрим, как оно получится. А кто из вас погнали. Родитель один, а и родитель номер два? Я родитель номер два. Или вы оба просто мои училки? Мы твои училки, скорее всего. Понятно, ладно. Ну, погнали тогда. Найдем жертв и захаваем мы. Сейчас мы тебя научим эволюционировать. Я покажу кузькину мать. Ну вот и людишки в городе. Ну вот моя еда. Как думаете, сколько мне еще людей надо съесть, чтобы эволюционировать? Вообще прилично надо тебе скушать, чтобы ты начал расти. Так, самое главное, сейчас как-то подойти к ним, чтобы они не убежали, правильно? Аккуратно, они аккуратно. Там вот за углом стоят, ага. Подождите, как мне вас называть, а? Меня можешь Бабян называть. А тебя? Меня зовут Фоня. А меня называйте Димон Овер, Кэтнэп Кошмарный. Да разбегайся, у тебя имён много, блин. Ага, Овером да. Будешь, короче, ты Бобби, а ты Фоня, ясненько. Так, ладно, вон людишки, страхуйте меня. Вы моя подмога, защита, моя оборона, мой тыл. Так, я пошел. А ты сам справишься, ты вообще-то сильный. Hello, people! О! Здравствуйте, это кошмарный и я. И сзади еще суета! Вот он. Суета! Туда, все, вот это вон четенько. Вон еще стоят, смотри, аккуратно тоже действуй. Так, сейчас пойду скушаю. Итак, ням, вкусненько. Итак. А, нифига тут народу, вкусненько. Блин. Ой, что происходит? Вкусненько. Эти чем-то бросают и тебе чем-то. А, чем, блин. Чем? Гранатами какие-то бросают в меня. Какие-то коктейли Молотова. На вам всем, люди, блин, подожгли меня. Но ничего, шерстка моя крепка. Так-так. Ты что там горишь, а потушить надо, блин? И ножки мои быстро. Так, сюда ее, туда их все. Люди в панике, нифига там народа. Вот это да! Еще убиваю! И еще убиваю! Ой, о, вкусненько! Хороша. Вкусненько пошло! Молодец, молодец! Вот ты бьет, слышь! Я горю! Мне больно! Я горю! Смотри, вот. Бабян, загорелся! Откройте вижу, гидрант, давай, пожарный! Давай. Откройте гидрант, потушите! Взрывается! Блин, вы можете меня потушить как-то гидрантом пожарным? Мы пытаемся потушить, мы на тебя дуем! Бабян, дуй лучше на него! Дую! Блин, они все равно кидают меня все эти гадости, все пакости. Они убегают, от вас помощи никакой, помощи ноль. А что мы можем сделать, блин? Ходите как штаны на срамши. У нас не оружие, нет ничего вообще. А что у вас вообще есть в этой жизни, а? Ничего. Мозги. Понятно. А если копы приедут? Если сейчас копы будут, то такая вот суета. Если будут, то у них оружие можно будет взять. Ага. А я что-то про это не подумал вообще, про копов-то. Вот именно, если будут копы-то, это все. Сразу всем нам крышка здесь будет, самая настоящая. Добивай. Ну добиваю. Блин, надо как-то потушиться. Да ты гавкаешь, туши его, блин. Да я тушу. Все, я потушился. Так, надо больше людей еще искать, чтобы дальше эволюционировать. Вперед идем. Копы, блин. Ой-ой-ой. Офигеть, полиция, это очень плохо. Ой-ой-ой. Подбирайте у них оружие, если что, мне помогать будете. Подбирайте у них оружие. Могут быть проблемы, блин. Подбирайте у них оружие. Помогайте. Бабян, бери стволы, поднимай. Я взял. Берите, поднимайте, помогайте. Делайте все возможное, блин. Чтобы они меня не уничтожили. Я кошмар. Же должен эволюционировать. А нафиг, блин. Туда на, все. Попей! Хорошо, еще и вот это ой, здорово. Ой, блин. И еще их вот так все. Хорошо, как идет. Отлично идет саранча. Пошло добро. Хорошо. Откуда они пришли мстить за людей, которых ты сожрал? Наверное, они просто на вызов приехали, что людей убивают. А мстить ну, они, наверное, не всего, мстят. Да. А просто по вызову. Ну кто знает, может быть ты, правда. Так. Убивайте их. Чувствую силушка. С каждым съеденным полицейским и человеком силушка у меня увеличивается. И кажется, знаете что? Что? Ну-ка. Ой, я что-то взорвал, нифига у тебя мощи. Слушайте, кажется, я расту. Да ну, да. Вот быстро. Хорошо, я отлично. Увеличиваю свою силу. Кэтнэп кошмарный растет. Офигеть, вот это я вырос, вот это я уже настоящий кошмарный Кэтнэп-убийца. Хорошо выглядишь. Ты так быстро растешь, это просто какой-то шок. Да, и чем больше моей учительницы Мисс Делайт я буду ей следить, тем быстрее я смогу стать мега-титаном Кэтнэпом кошмарным. Так давайте же найдем еще людей. Давайте найдем мне еще еды. Уничтожим всех. И эволюционирую я дальше.
Ну давайте пойдем поищем людишек. Наверное, рядом должны быть еще люди. Так, давайте посмотрим. О, там уже ОМОНовцы, сватовцы приехали. Вот гады, с одной руки, с двух рук, с левой и с правой уничтожаются все. Ну-ка, Баганда, помогай нашему сынишке. Помогай, помогай, во-во-во-во-во, хорошо было. Крушим всех, уничтожаем всех, много еды. Нормуль, это хорошо. Много вкусностей, много кайфа. Так-так, иду дальше. Сюда. Отлично, отлично. Хорошо работаешь. Сюда. Давай, чисти, 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 чисти. Сюда, сюда, сюда. Блин, мне теперь нужно очень много людей. Да, блин. Мне этих, скорее всего, не хватит, чтобы я эволюционировал. Скорее всего, да, тебе их не хватит. Надо очень много. Надо много мощи, много мощностей. Много дури надо, много мяса надо человечего, много людей вкусненьких, много жирненьких. Теста, теста, сочных, теста. Сочных людишек. Они же взрываются от моих укусов. Как сильно я их проглатываю, это вообще. Офигеть, их тут дофигища. Оба, взрывайте. Смотри, там пухленькие стоят, пухленьких давай. О, пухленькие, вот это мне как раз таки и надо, пухляшей я люблю. Пухленьких очень, очень вкусно кушать, из-за них очень много получается витаминов. Как они жира. Быстро бегают. Толстяки, сюда. У них очень много жира содержится, а жир полезен для эволюции. Ну, конечно, конечно, это вот база, это знать надо. Человеческий жир даже лучше рыбьего, полезный, микронутриенты, бифидобактерии, актингуларис, все такое там. Кустика. Ну ты ему нели прям реально. Вот так. Натуре, блин. Сюда. Доедай его. Ням-ням. Да-ням! Ну мало, и в этом городе уже никого не осталось. Давайте дальше пойдем. Погнали, ну, погнали. Давайте захватим город побольше какой-нибудь, расчистим его. За мной, училки. В этом городе должно быть много людей, я уже чувствую их. Чувствуешь их, да? Да, вон они, ну чё, прикрывайте меня, наверное, здесь еще полиции нет, наверное, никто не знает, что на них идет кошмарный кэтнеп, кот-дремот. Все, я пошел, братва. Можно спокойно давай, давай. Поесть. Да, хаваю, вот они, вкусные людишки, все ко мне. Стой, стой. Все сюда, люди, очень вкусно. Делаешь, делаешь, очень вкусно, брат. Очень вкусно, очень вкусно, очень вкусно, их как много. Капец народа. Да, сочные людишки, народа, все стоят здесь, как будто знаете что? Как будто меня прям дожидались специально тут в городе, парни. Как будто ты они хотели. Так и есть, да. Как будто они хотели, чтобы я их сожрал. Чтобы мои училки меня научили эволюционировать. Молодцы вы, мисс Делайтики. Мне кажется, они не, хватит, не хотят, чтобы ты их съел. А что они тогда не убегают? Они далеко сразу бегут. А что они тогда не убегают? Видишь, стоят, боятся. Вот так. Они в шоке были. Они хотят специально, чтобы я их захал, парни. Сюда, люди, вон они даже бегут тебя, драться. Они на тебя бегут драться. Вы на кого вот бежите вообще, люди? Вы что? Это бегут, же кошмарный. Вон, добивайте тех, кто сзади. Не дайте никому уйти, если что. Контролируйте Бабян, все. Давай, давай, контролируем ситуацию, чтобы никто не убежал. Да, если что, чтобы никто не убежал, контролируйте. А то они офигевшие, барзометр у них зашкаливает. Да, нормально, нормально. Они решили свалить, слышь? Вкусненько. Куда это свалить решили? Никто не уйдет, тут я во всех переулках их найду. Ага, везде их уничтожу. Их, сюда. Вот ты, смотри, спрятались. А я здесь уже, я уже их на опережение. Хорошая так. работа, коллега. Блин, сюда. Мало, слушайте, не эволюционировал. Еще надо найти где-то. Как думаете, где еще люди? Надо в центр города идти, там где высотки. Все, идем в центр тогда. Все за мной. Только мы я идем, не знаю, где центр. Назад! Назад, что назад, там? Назад, не подходите! Там какие-то секретные спецагенты уже! Видимо, они знают, что я иду город захватывать, хотят меня остановить! Но я должен сделать эволюцию! Но вы слабое звено, вас могут убить! Держитесь за мной! Хорошо, это что, спецагенты по ловле особо опасных монстров, что ли? Да, не трусь, что ты уже заикаешься-то, все нормально будет. Ладно, хорошо, я тебе верю. Мистер Бобби, а вы как? Че, мы идем, нет? Не боитесь? Нет. Ну все, правильно. Ладно, я вперед, а вы за мной. Поехали! Хорошо! Пошла жара! Давайте! Идет разгром! Всех спецагентов! Нормуль, нормуль. Идет эволюция! Туда их все! Минус беттер! Взрываю, взрываю! Ой, сзади, все. Сзади, сзади! Нормально, нормально! Атакуют. Прикрывайте тыл мне! Прикрывайте! Нас кольцо берут! Кольцо берут! Прикрывайте мой все, тыл! Все, нормуль, нормуль, нормуль. Я же говорил, что вы мой тыл! Вы прикрываете с надежным тылом! Нормально. Легко везде.
прикрывать тебе мой тыл. Он нежный и опасный. Мой тыл. Прикрывайте! Работаем, да я прикрываю. Пустые люди! Я чувствую приближение мега-силы! Возможно, я скоро стану мега-титаном кошмарным! Котом-дремотом! Дремучим котом! Мега-дремой! Прикрывай тыл, бабян! Тыл! Кройте тыл! Прикрываю! Иду, иду в бой! Иду в атаку, иду вперед! Взрываю их тут, все! Всех беттеры! Туда хорошая идти. Работа! Нифига себе, ты столько людей съел сейчас! Да, очень вкусненько мне! И чувствую, сила приближается! Совсем скоро стану мега-титаном! Уже вот! Это хорошо! Чуть-чуть осталось! Совсем немножко! Чуть-чуть! Добиваю с поля боя! Этих мне оставьте, и я становлюсь мега-титаном! Оставьте смотри, мне! Смотри, они вообще бесстрашные! Все, мужики! Все идет! Что-то происходит, бабян, смотри! Планета! Вот это мощь! Кадримот Мегатитан! Ты посмотри, какого монстра вырастили! Парни, я эволюционировал в титана! Я называю это превращение титанация! Превращение в титана! Титанировал! Ты лютый какой-то фрукт теперь вообще жесткий! Я первый раз такое вижу! Вау, мощь во мне! А ну! Чувствую людей здесь! Давайте-ка поиграемся с ними! Титан Кадримот идет! Вот нормально. Это кошмарный я! Вот это злой, серый, мега-эволюционировавший! Туда их всех людей! Стреляем офигеть, по ним! Офигеть, ты столько людей убил! Съел, убил! Да, может быть, я еще сильнее смогу стать? Я даже не знаю, если честно. Танки, взрывай, круши и всех бей! Всех уничтожай! Титан Кадримот идет на атаку! Слушай, мы теперь тебя можем и не прикрывать по факту! Конечно! Теперь уже все! Теперь уже максимальный этап эволюции! Теперь я уже никого не боюсь! Ни спецагентов, никаких полицейских, ни военных, никаких людей! Теперь меня уже никто не остановит! Это хорошая работа! Я непобедимый и неуловимый! Я самый сильный! Уничтожаю! Нифига ты их расстреливаешь, люто! Ага! Где там еще людишки? Надо найти! На еще улице вот еще тут где-то бегают. Покушать. Где там бегают? А ну покажи. Где на они дороге. Бегают? На дороге? Ну, вроде а да. Ну, а, вон вижу, за танками прячется. И здесь он прячется, а точно. А у них иного выбора нет, они просто везде прячутся, ведь бегают. Разбегаются, теперь. Прячутся эти людишки. Не уйдете от меня. Всех найду. Ищи. Всех. А я их сейчас вот так. Там вот люди стоят. Расканировал. Кто на танке? Я на танке, не стреляй. Вы. Свои. Все, пойдемте еще найдем. Прямо вроде как чувствую. Слушайте, вон они. Береговая охрана там. Мы едем только, погоди. Вон, нас. На речке. Ой, а как мне их? Придется всех расстреливать издалека. Пошел, стреляя пушкой. Давайте, Миздалай, прикрывайте. Мы на танке заезжаем. Врывайтесь на танке. Давайте, прикрывайте, правильно. Тут вон их очень много. Сверху сейчас. Они в этом каньоне, блин. Все в ущелье, эти люди. Туда их, это вам не хухры-мухры. Так много военных тебя послали. Ты это кошмарный Кадримот с мега-эволюцией. Да, что, мы тут блин. Всех убили, что ли? А там с другой стороны. А, вот, с другой, точно. Прыжок. И в полете! С двух рук стрельба! Пошло! Ого себе расстрел! В полете по ним, по всем! Кромсаю, крушу, уничтожаю! Туда хорошая его! Хорошая работа! Туда его! Найсик! Все! Ну что, мисс Делайт? Поздравляю! Мы всех уничтожили с вами! Всех людишек! Все, больше никого, походу, не осталось на туре! Максимальная эволюция свершилась! Теперь можем идти и отдыхать, как говорится! Правильно. Все. Хорошая работа. Вот за мной, училки. Вышел. За мной, мисс Делайт. Круто поэволюционировали. Вперед. Будешь нашим домашним животным? Буду. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Ребят, обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положили комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего, всем большое спасибо, удачи, добавляйте успехов, хорошего настроения и пока-пока. Чао, какао, дорогие друзья. Ну что, чуваки.